Всем йоу, с вами Инк, и сегодня мы будем играть в Left 4 Dead 2. Ну как, готовы? Эй, помогите! Сынок, отлично стреляешь! Нет, нет! Что это за скриптованное дерьмо, чувак? Sorry for this rush, guys. Oh, tank, by the way. Come. Держимся. Все, танк один. Хайс прострел. Чтобы выполнить следующий трюк, нужно в положении стоя упереться здесь головой в потолок и один раз быстро нажать приседание. Тогда вы застрянете и телепортнетесь к ближайшему выжившему через 3, 2, 1. А теперь ждем реакцию в чате. Он читерит. 360 на скоп. О, господи! Кикните Инка. Он читер. Где-то здесь бродит курильщик. That was some good driving. О, Инк, привет! Не знал, что ты все еще играешь в Left. Да, вот, видео записываю. А ты будешь играть там в Overwatch, Fortnite или Minecraft? Буду во второй Block and Load. А что это за игра? Block and Load 2. Это новый командный шутер от первого лица с элементами песочницы. Игра предлагает PvP-сражения 5 на 5 на разнообразных картах и режимах, где, например, команды сражаются за контрольные точки, или одна команда защищает инопланетный артефакт, а другая пытается его уничтожить. У каждого персонажа свои характеристики, умения и оружие, а изменяемая геометрия карт во время матча позволяет менять правила игры на ходу и стратегию ведения боя. Релиз игры запланирован на лето 2022, но если вы перейдете по моей ссылке в описании и сделаете любую версию предзаказа, то сможете поиграть в Block and Load 2 полностью на русском уже в конце этого года, во время закрытого альфа-теста. Так что всем хорошей игры, возвращаемся к видео. И погнали! Слушайте, а где тут калаш? Да нету тут. А где он? Ты что, под наркотой, что ли? Ну, в смысле, а калаш хочу? Найди другой сервер, ёпты. Ну и найду, ёпты. Я считаю, это вообще не дело. Ну да. Вот как играть? Стоять на базе. Я не пойду никуда. Пока я калаш не дадут. Идите. Мы постоим. Иди со своим ружьем. Там найдете калаш, скажете. Ладно. Да. Че, ебанутый его, что ли? Че, лагает сервер? Да, сервер еще лагает, калаша нету. Не русский сервер, сразу видно. Да, да. По-любому тут эмка есть. Вот и бомба для меня. О, где-то танк. Что с сервером? Ой-ой-ой, прям спиту. Кажется, я умираю. Мы проиграли, нам нужна, короче. Пайпа. Нам нужна пайпа. И а у кого нужно она? Кинуть. Бросаю бомбу! У меня нету пайпы. У кого пайпа, кидайте. У меня нету пайпы. Да, куда должен кинуть пайпа. Лука, кинь пайпу. Киньте пайпу. Тут что, бесконечная орда или что? И бесконечные лаги? Ибо ни хоп не работает. Да, у меня тоже автоматически не работает. У меня один хп. Иди за таблетками, иди за таблетками, я тебя прикрою. Я тебя прикрою, брат. Понял. Тебе там еще долго идти? Ну, а тут таблеток нет. Давай, раш.
Эвент, запускай, проходи. Застрял! А мы выигрываем или проигрываем? Я ничего не понимаю, что происходит. Ну, мы начали со зараженных. Походу проигрываем. Мы же потом за выживших будем. Вы чё, ёпти, думаете, блядь, что-то смешное говорите? А ты чё, ёпти? А кто-то смеется. А ты смешной? Сам. Это ты смешной, ёпти. А ты нет, ёпти. Не, вот Лука реально смешная. Ну как скажет, прям вообще. Смешно же. Был бы калаш, было бы смешно. А так гуляш. Гуляш? Или гуляш. Или беляш. Меня убивают, помогите. Команда! В смысле убивают? Ты за кого играешь сейчас? За зараженных или за выживших? Я за зараженных вроде. За танка отыгрываю. Не, у танка две руки большие. У тебя одна. А. Мини-танк? Ну, мини-танк это же окей. Ну, тут, блин, долго тебе объяснять, в общем. Сложная игра. Мини-танк это же окей. Смешно было сейчас, да, базара нет. А чё не смеешься? Так я посмеялся уже, ты чё, блин, оглох? А. А, это смеется так. Это он поперхнулся. Или задохнулся. Угу. Нормально шутите сегодня. Да ничего сегодня, еще по четвергам. На 23 очка. Так себе, конечно. Ну, я и на 24 попадал. Но это раньше. Годы своей молодости, скажем так, наверное, да? Угу. Ну, мне сейчас 40. По голосу слышно. А я с 20 лет играю. Ну, что? Ну, в этот. В Back 4 Blood. Я с писюном со своим играю, блядь. О! Здравствуйте. Блин, на правую кнопку целиться нельзя. Блин, а что делать, если я Shift зажимаю? Тут хотя бы не хоп есть. Поехали. Да, было. А вы не хотите это самое проверить? Да. Я уже хочу сюда. Ну там молоток. Что происходит? Блин, так непривычно. И залазить нельзя в эти. Сразу понимаешь. Вообще, ребят. Паркур нет, да? Сразу понимаешь, в чем разница между играми. Ой. Патроны, деньги, а деньги, смотрите, деньги это патроны. Где деньги? А я взяла. О, деньги на натуре нашел. Да, деньги тут. Погоди, только не вызывайте, Иван. Хочу попробовать сократить. Мне правда очень нужна помощь. Найс. Спасибо. Так, ну я очень близок. Ответственный момент. Хрен акции нет у тебя сейчас. А можно рестарт, пожалуйста? Ну, давайте. Можно, конечно. Да. Не дался. Эйр. Там стоит невидимая стенка. Слушай, теперь серьезно. Да. Мы должны пройти эту карту. Так, я хочу попробовать еще раз, нифига, я это пройду. Тебе нужно просто подсадить. О-о-о! Теперь кажется, все это ГГ. Что ж теперь делать? Пойдем, ребят. Куда? Все, пока. Не знаю, назад. Мы пойдем, подумаем, может быть, мы через другой вход пойдем. Да. Воров или что? Да, я вижу. Вызовите ивент. Ух ты. Вот так. А, не сверху, ничего себе. О, спасибо. Интересно, он же пошел. Кажется... Ой, там крючок за... Мы что-то сломали. Что, перезап? Нет. А, о, все. Все, понял, когда по нему ходишь, то он останавливается.
прикол. Да, все, он опустился. Танк, 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 танк. О, черт! Да как? Я ранен! Извиняюсь. Он нас добивает. Он застрял, он застрял. Он не добивает. Пингую, пингую. Пингую, пингую. О-оу. Камень кинет. А, не меня. Заблочит на лестнице он. Да все, он сейчас сдохнет. Изи. Помогите! Дру, ты справишься? Я справлюсь. Да. Где? Ну, тут красивенько. А где патроны? О, там аптеки. Таблетки, точнее. Там очень плохо. 6 патрон. Все, больше нету. Убежище спереди! Нет патрон. Че происходит? Есть Вичка. Вичка? Ведьма! Да! Она в убеге! Она в убеге сидит! Прикрой! Эй! А! Мы пытались. Воевал как мог. Она серьезно внутри? Расправься. Да. Да, да, да. Она агрится, агрится. Пододвинул ее. А давайте мы... Подожди, аккуратно, тихо, тихо. О, нет. Вам надо вместе с ней... Смотри уже, куда стреляешь! Ну, не так. Неплохо. Павел. О, боже. Блин, не успели добить. Она какая-то обиженная. Конечно, обиженная. Взяли из дома, выгнали. А смотрите, там за место челика бомж сидит вообще. Ну, он хотя бы дома сидит, значит, не такой уж и бомж. Танк, танк! Быстро! Горит. О, тут же есть трюк. Но только для этого мне потребуются зомбаки. Оп. Все, у меня здесь никто не достанет. Готовы! Теперь остались только мы вдвоем. Он не знает, что делать. А, сейчас. Да. Уф. Проклятие. Курильщик. Ой. Охотник. Блин, отошел на минуту, называется. Я иду, друг. Не умирай. Ребята! Ты справишься? Я не знаю. Все не так плохо. Ты в порядке? Лежи тихо, я смотрю тебя. Ничего страшного, бывает хуже. Сейчас я поставлю тебя на ноги. Никаких проблем. You're a hell of a player, Rick. Нет. He's okay. О, еще отомстим. Так. Ой.
Все, все, ухожу. Что, блин? Ладно, пробуем так. Второй пошел. Третий пошел. Все, убегай. Дедушка Инс, зачем читай? Сам ты Инс. А на этом все. Всем спасибо. Прошлую часть 6 лет назад набрала более 200 лайков. Вы молодцы, ребята! Давайте договоримся, что если это видео наберет на этот раз 400 лайков, то я с удовольствием сделаю третью часть Дедушки Читера. А с вами был Инк. Всех люблю и целую. Скоро увидимся. Пока.